Программа в том числе и уникальная, потому что она охватывает интересы и компетенции людей различных сфер и видов деятельности. Если эта программа будет освоена психологами, они получат профессиональные компетенции, укрепят свои практические навыки. Если это будут люди из бизнеса, из управления, они смогут повысить свою психологическую компетентность и управлять людьми в тех видах деятельности, которые они возглавляют. Задача отвечает вызовам времени. Программа дает возможность освоить фундаментальные психологические знания. И самое главное, мы сегодня в процессе обучения вооружаем каждого слушателя практическими навыками, способностями применять способы, психотехнологии и технологии успешной деятельности во многих видах. Наши слушатели осваивают очень много компетенций, которые нужны им в практической деятельности. Это компетенции, которые связаны с аналитической работой. Наши слушатели, выпускники, могут анализировать происходящие в обществе процессы. Они осваивают компетенции психологической диагностики, которые позволяют непосредственно работать с личностью, диагностировать ее успешность, конкурентоспособность, востребованность. Это компетенции, которые связаны с проведением тренингов, с оказанием консультативной помощи и многие другие. Перспективы у слушателей и выпускников нашей программы открываются уже в процессе обучения. Они очень востребованы, их приглашают на мероприятия, они выступают на международных конференциях, делают доклады, публикуются, причем публикуются в солидных журналах, которые открывают перед ними научные перспективы. Они пишут статьи, которые сегодня востребованы и в сфере управления, и в бизнесе, и в образовании. Они сами являются организаторами многих мероприятий. Это очень ответственный этап в жизни человека. Конечно, он должен быть мотивирован на ту профессию, на ту специализацию, которую он хочет получить. Главное, чтобы этот выбор был осознанным, чтобы включенность в работу давала радость. Человек, который выбирает для себя профессию, должен знать, чем он будет заниматься каждый день. Он должен четко понимать, что этот труд сделает его успешным, профессионально ориентированным, конкурентоспособным и в итоге счастливым.